Корма русской подводной лодки «Камбала», погибшей в 1909 году, найдена в воскресенье на дне у берегов Севастополя. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Виктор Лебединский. Находка была сделана в результате исследований, предпринятых Черноморским высшим военно-морским училищем имени адмирала Нахимова, Севастопольским государственным университетом и Севастопольским отделением Русского географического общества, а также Институтом востоковедения Российской академии наук. Подводная лодка «Камбала» затонула 29 мая 1909 года в результате трагического инцидента во время учений Черноморского флота. После отработки ночной атаки лодка у входа в южную бухту Севастополя столкнулась с русским линейным кораблем «Ростислав». В результате катастрофы лодка была разрезана на части и затонула на глубине более 60 метров, рассказал Виктор Лебединский. Погибли 3 офицера и 17 матросов. По его словам, это была первая крупная катастрофа в истории подводного флота России. Общество было потрясено событием. «Камбала» была одной из трех крупных подлодок, построенных для России в Германии. Ее габариты – длина 40, ширина 3 метра. Летом 1909 года носовая часть лодки с находившимися в ней телами 15 подводников была поднята на поверхность. 12 моряков были захоронены на военном кладбище Севастополя. По архивным данным было определено примерное место гибели подводной лодки «Камбала». Далее с применением новейшего отечественного гидролокационного комплекса «Гидра» была проведена разведка. В результате на морском дне на глубине 62 метра был обнаружен объект, соответствующий размерам и форме остатков кормовой части подводной лодки «Камбала». Район обнаружения – траверс бухты Круглая. В самое ближайшее время объект будет исследован с применением телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Находка этого интереснейшего объекта – еще одна страница морского исторического наследия России, еще одна славная страница героического прошлого Черноморского флота и Севастополя.